Пожалуй, только истинные театралы знают, что артисты, которые изображают на сцене толпу и как бы мило общаются друг с другом, просто повторяют одну и ту же фразу. Что ж говорить, когда говорить-то нечего? В некоторых театрах по западному образцу эту фразу заменяют на звучное и загадочное слово «ребибора». Чем достигается аналогичный эффект? Эффект некого действия при полном отсутствии оного. Как ни странно, но эта театральная практика нашла своеобразное применение и на Кавказских минеральных водах. С 90-х годов прошлого века регион удостаивался самых разнообразных, а то и просто фантастических проектов, которые предусматривали и совершенствование, и модернизацию, и реконструкцию курортов, являясь на самом деле имитацией действа при полном его отсутствии. И вот на Медне появилась информация о том, что... Институт генплана Москвы, что тоже великая тайна, завершил работу над так называемым мастер-планом развития городов Кавминвод. План фантастически перспективный, аж до 2040 года, и предусматривает, цитата, «создание современных специализированных кластеров и пространств». Правда, возникает естественный вопрос, а за чей счет, как говорится, банкет? Ведь ежели что-то планируется, то изначально должно быть предусмотрено и финансирование этих благих намерений. И главное, регион, который удостоился такого детального мастер-плана, просто обязан иметь некий юридический статус. Но, увы, многострадальный закон о Кавминводах давно сгинул в недрах Госдумы. А забота о регионе уже десяток лет сводится к тому, что на разных уровнях, как некий информационный шум, громко и отчетливо звучит «ребибора». Впрочем, что ж говорить, когда говорить-то не о чем.